We are in South Tel Aviv now, and it used to be a very central big bus station. Then the bus station moved, and the place became like the red light district in Amsterdam. But in Amsterdam, I would say it's 5 stars, and here it's below zero. You have here everything. You have prostitutes, drug addicts, refugees, brothels, and you have everything here. We call this neighborhood the last stop. It's the last stop actually for the drug addicts, because from here the condition is so bad, so they are just dying. So here they can get maybe the last chance to get saved. Прижила. Мы просто не понимаем. Мы прижила. Цель нашей организации — оказать людям как можно больше внимания, как можно больше проповедовать им Слово Божие, Евангелие, говорить о Христе, говорить о той силе, которая может вырвать их из этого болота. Здесь люди приходят, они могут покушать. Те, у кого есть какие-то физические недуги, мы стараемся по мере сил там перевязывать раны. И те люди, которые хотят уехать в реп-центра и заявляют желание, мы их забираем. Многие ребята, они не могут чисто физически прийти сюда, в это помещение. У многих гниют ноги, кто-то из них стесняется даже. И потому мы выходим сюда на улицы, чтобы им говорить о Христе. Часто молимся за них, благословляем, проповедуем Слово Божие, берем еду и приносим туда им. И на этом являем Евангелие, что оно не только в словах, но и в деле выражается. The main purpose of the Aviv ministry is to save the lost, to give hope to the ones that don't have hope. We are feeding the homeless. We try to be their friends. We try to be the light for them. And another goal, we try to take them out of the street and place them to the rehab centers, provide for them everything they need, and they can stay for free with us, or even some of them are staying for a couple years until all their problems are solved. Меня зовут Алексей, я директор этого дома. Мы сейчас находимся в главном, в основном месте этого дома. Это зал, мы здесь собираемся. Мы здесь преломляем хлеб, принимаем пищу, проводим уроки, общаемся. К нам на центр обращаются люди практически всех возрастов, начиная от молодежи и заканчивая уже пожилыми людьми. Как правило, это люди, уже разочаровавшиеся в жизни, которые перепробовали много способов избавиться от своих зависимостей, но и к нам они обращаются уже как к последней инстанции, когда уже все остальные способы в их жизни не сработали. 3-5 стиха и до конца главы это меня освободило. Меня зовут Андрей, мне 47 лет. Я зависим от алкоголя. Однажды на улице подошел ко мне человек, пригласил к себе, предложил. Есть христианский центр, который занимается помощью таким людям, как я. Мне предложили, я приехал в этот центр. Сейчас нахожусь здесь почти уже 2 месяца.
Я попал, ну, как бы в семью. Дальше у нас идет кухня. На кухне мы готовим пищу. Вот ребята как раз заняты приготовлением пищи. Ну, я стараюсь исполнять волю Божию. Я верю, что занятие этим служением – это и есть воля Божия в моей жизни. Потому что я также когда-то прошел, ну, в прошлом через зависимость. И я знаю, как с ней бороться, как ее побеждать. И поэтому я думаю, что я могу принести какую-то пользу этим людям. When you see them, you think they don't have hope, they are completely lost. But we do have hope in them, that's why we are doing this ministry. And through the years, we saw that the Lord changed so many lives. We believe in the power of the Lord, and we will continue doing what we are doing. Я жил в Илате, и в один из дней я приехал сюда, вот в Тель-Авив, на эти улицы, чтобы купить наркотик, здесь он дешевле. Я приехал, ну и, конечно же, были деньги, было все, я быстрее уже бежал за дозой наркотика. Но тут на переходе я встретил двух людей. Один из них был парень слепой, вот Коля, наверное, вы его знаете. Вот он просто сказал простые слова, слепой человек мне сказал, что есть другая жизнь, и что Бог любит меня. Я прошел реабилитацию, и много чего изменилось в моей жизни. Я наконец-то стал работать, в моей жизни появилась новая семья, я женился. Бог дал нам малышку, ей уже 4 года, слава Богу. И приобрел профессию. В церкви стал трудиться, жизнь моя стала преображаться. Я был такой же самый, как эти люди, и я верю, что Иисус может им помочь. И от этого моя вера укрепляется, и во мне горит то, что зажег когда-то Дух Святой. И я поэтому приезжаю сюда, и я хочу, чтобы все эти ребята поверили хотя бы даже больше, чем я верю сегодня в Иисуса, верю в Его спасение. И я верю, что так оно и будет. Во имя Сына Единородного, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. И вроде бы смотришь, вот сейчас буквально сегодня мы тоже молились за людей, смотря на происходящее, теряется всякая надежда. Думаешь, ну что может помочь этим людям? Но когда смотришь по сторонам и видишь рядом с тобой тех ребят, которые вчера умирали здесь на Тахане, а сегодня они становятся членами церкви и славят Бога, и приезжают сюда, чтобы послужить тем людям, которыми некогда были и они.